Между тем, Кировский районный суд отклонил жалобу Ярославской мэрии, которая оспаривает процедуру принятия скандального решения муниципалитета 5 июня. Тогда депутаты поставили неуд Евгению Ярлашову за работу прошлого года. Двойка — итог тайного голосования депутатов, абсолютное большинство которых представляла фракцию «Единая Россия». Парламентарии от гражданской платформы «Справедливой России» и КПРФ отказались голосовать и ушли из зала. Судебный процесс, похоже, только набирает обороты. Решение Фемиды мэрия обжалует. Мы знаем практику, в том числе Верховного суда, по аналогичным делам, когда мэр действительно работал не полный год в своей должности, и в этом случае Верховный суд отменял подобное решение муниципалитета, потому что оценка неудовлетворительна, она влечет в том числе негативные последствия для мэра. Мэр может быть досрочно отправлен в отставку, если два раза подряд ему будет такая оценка поставлена. Поэтому мы будем обжаловать решение в областном суде, в Верховном суде, мы добьемся отмены этого решения муниципалитета.